Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале свежих обзоров на все, что в игре происходит. И если я не могу открыть какие-то контейнеры, то есть зрители, которые присылают свои открытия для того, чтобы я их опубликовал, и я это с удовольствием делаю. Данное видео я снимаю благодаря видео, которое прислал нам Игорь Евтушенко, который параллельно попросил передать ему привет. Игорек, привет тебе огромный и спасибо большое за твой видосик. Сейчас мы его заценим. ST-62 вариант 2. Сравнительно недавно появившаяся средняя тачка, коллекционная СССРовская машина 8 уровня, которую можно было забрать себе с существенным финансовым вливанием в игру в одном из игровых событий. И вот наконец-то она появилась в контейнерах. Что собой машина представляет? Довольно приятное орудие, 7.25 время перезарядки, довольно-таки комфортное время сведения в 3,5 секунды и разброс, с которым вполне себе можно играть. При этом всем скудный угол склонения орудия вниз минус 6 и всего лишь 280 единиц урона, который вы накидываете. Таким образом, получаете 2300 единиц потенциального ДПМа, но поверьте мне, реализовать этот ДПМ действительно сложно. В отношении бронепробития все совсем скудно, 185 мм. Брони можете проковырять, можете поставить себе калиброванные снаряды, станет лучше, будет 194, далеко не имбовый показатель, и при этом всем еще больше хоронит ваш и так не сильно реализуемый ДПМ. По подвижности средний танк довольно-таки неплохой, 53 км в вперед и 18 назад. Так стоит ли пытать удачу ради того, чтобы данную тачку заиметь? И какие шансы выпадения машины из контейнеров, которые предложили разработчики? Стоит отметить, что, в принципе, заявленный шанс в 5% не такой уж и маленький. Согласитесь, это не какие-то там 0,5 или 1%, целых 5%. И с 1% вероятности может выпасть вам солидный контейнер, из которого возьмете себе какую-нибудь минимум восьмерку, а может быть даже десятку, но надо быть прям совсем фартовым, чтобы этот контейнер все-таки вам выпал. Так сколько же контейнеров понадобится Игорю для того, чтобы забрать себе данную машину? Как я понял из его письма, он крутил до победы. Ну что, ребят, давайте будем смотреть, когда эта победа к нему пришла и во сколько она ему все-таки встала. Итак, ребят, первый контейнер. Я не смотрел данное открытие, не знаю, сколько контейнеров было куплено, поэтому калькуляцию подобьем потом. Из первого контейнера, можно сказать, ничего годного. Из второго 28 тысяч свободки. Ну, в принципе, неплохо, хотя хотелось бы, чтобы был танк. Еще 28 тысяч свободного опыта. 200 голды возвращается. Вау! То есть, получается, покупка первых контейнеров оказалась уже дешевле. И стоит отметить, что вам было куплено 10 контов за 15 тысяч голды. Согласитесь, не так уж и мало, и себестоимость одного контейнера далеко не маленькая. Я бы сказал, довольно-таки приличная. Еще 200 голды возвращается. Боже мой, какая прелесть. Тут действительно можно озолотиться. Нет ничего. Едем дальше. Ничего. Покупает еще 10 контейнеров, еще за 15 тысяч. Итого получается потрачено уже 30-ка. Блин, да за 30 тысяч можно баггера в составе набора купить и за 10 тысяч еще какую-нибудь неплохую машину 8 уровня. Стоило ли оно того? Блин, мне кажется, что нет. Я бы, честно говоря, зная, что если вот так вот все сложится, ну, наверное, не покупал бы. Но давай. Давай, меня смущает то, что я просмотрел пока половину видео. И либо здесь танчик в конце будет собран по талисманам, коих надо целых 30 штук, либо будет компенсация за повторно выпавшую машину. Половину видоса просмотрели, ребят, чуть больше. Нет, ничего. Ничегошеньки. Ничегошеньки не выпадает, ребятушки мои золотые. Я расстраиваться потихоньку начинаю. Еще покупает 10 контейнеров. Ну, теперь гарантированно точно забирает себе танк. Того потрачено 45 тысяч золотом. Блин, Игорек, я не знаю, зачем ты это сделал сейчас. Реально, за 45 тысяч? Да, ёкарный бабай. Лучше бы ты, не знаю, танков себе просто накупил в ангар. Ну, рил, серьезно. Я в трансе. Я в трансе, ребят. 20 с копейками контейнеров открытых и танка нет. 25 контейнеров, танка нет. 26 контейнер, но тоже нет. 27. 27 контейнеров. Я бы начал сейчас на Игоря месте материться и очень сильно.
Но, блин, да ну ладно, серьезно. С 30-го контейнера просто будет машина и все. И 500 голды, вишенка на тортике. Да. Короче, ребят, что могу сказать от себя? Я лично считаю, что открыть 30 контейнеров за 45 тысяч золота и только в конце получить себе ST-62 вариант 2, ну не знаю, мне кажется, что в крайне выгодно. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, мне будет интересно почитать, только попытайтесь сдерживать свои эмоции и не пискать какой-нибудь нецензурщиной для того, чтобы вашу писанину мне потом удалять не пришлось. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.